Всем привет! Сегодня поговорим о кольце Мёбиуса. Я познакомился лет 50 назад с ним, а вообще прошло 160 лет после открытия Августом Фердинандом Мёбиусом, вы видите его фото слева, и независимо Йоганом Бенедиктом Листингом. Что же произойдет, если разрезать кольцо Мёбиуса вдоль, как я сейчас делаю на экране? Кажется, что должно получиться два кольца. И вот тут-то получается самое удивительное. Мы получаем всего лишь одно кольцо. Связано это с тем, что на самом деле лента Мёбиуса или кольцо Мёбиуса – это одна поверхность и одна грань. А что произойдет, если кольцо Мёбиуса разрезать вдоль по двум линиям, как показано сейчас на экране? Резать нужно аккуратно, потому что очень легко залезть на другую линию. Итак, ожидаем получить одно кольцо, но очень большое. Но посмотрите, что получается. Мы получаем два кольца, продетых одно сквозь другое. Я предлагаю вам поэкспериментировать с кольцами Мёбиуса. Поверьте мне, вас ждут очень много интересных открытий. Всего самого хорошего. Пока.